В Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина открылась выставка «Хлебная лихорадка». Экспозиция посвящена зерновой индустрии 19 века, которая сделала Самару крупным и богатым городом. Посетители увидят мельницы, элеваторы и амбары в соразмерном человеку масштабе. Здесь совершенно уникальная атмосфера, потому что здесь абсолютно специально построенная для этой выставки архитектура. Это разные зоны, посвященные городской жизни, сельской жизни, связанные с хлебом. И, кстати, выставка наша очень классно пахнет. Здесь пахнет лыком, здесь пахнет свежей доской, и сам запах, он вообще располагает к атмосфере знакомства с темой. Здесь есть, например, мешок крючника, такие мешки носил Шаляпин. Он тоже работал в Самаре крючником недолго, но это был в его биографии. Главным героем выставки стал сам хлеб. Посетитель вслед за ним пройдет все стадии превращения и увидит, как хлеб изменил жизнь города и людей. Хлеб – это вообще прекрасная идея, потому что он связывает все. И самарский модерн, и самарский неорусский стиль в основном были построены теми самыми мукомолами, хлеботорговцами на хлебные деньги. Самарская пшеница, белотурка славилась. В общем-то, и как в Российской империи, так и во всем мире по Волге она уходила в Балтийское море. Экспозиция раскрывает тему русского Чикаго. Так называли Самару в конце 19 века, когда город был хлебной столицей страны, а Самарская губерния – краем пшеничных полей. Наиля Тагирова, доктор исторических наук, сегодня на выставку пришла как гость посмотреть и оценить работу коллег. К ней, как эксперту, сотрудники музея обращались за консультацией по подготовке выставки. Конечно, это все очень современно, очень модерново, но это только часть проекта. Ребята подготовили здесь открытки, где по QR-коду можно прочитать о разных объектах хлебной истории нашего города. Поэтому я думаю, что это очень интересный современный проект, и думаю, что он будет интересен разным поколениям самарских жителей. Выставка открыта и будет работать до 19 мая 2024 года. Вход 150 рублей. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.